специально не перехожу на костюм и галстук, потому что занимаюсь все-таки вопросами цифровой трансформации, как ни странно. Вот. О чем сегодня хотелось бы на самом деле сказать. Добрый день, коллеги, сори. Вот, о чем хотел бы сказать, условно, из опыта решений, да, опыта уже внедрения, вот, скажем так, цифровых решений в каких-то компаниях, что, вот, на мой взгляд, очень важно, когда компания начинает вот, свой путь по пути так называемой цифровой трансформации. Так, здесь надо кнопочку нажимать, да, понятно. Так. Ага. У меня, на самом деле, не очень большое выступление. Вот, немножечко о себе расскажу. Вот я полжизни работал в консалтинге, внедренческом в том числе, внедрял всякие информационные системы. Вот после этого я работал в бизнесе уже руководителем подразделения IT. Вот, 6 лет посвятил проекту Олимпиады в Сочи. После чего, собственно говоря, начал уже на самом деле смещаться как раз больше в сторону цифровых решений и современных технологий, да, из такого классического IT. Пару слайдов покажу тех, может быть, там, кто был на предыдущей моей сессии, уже знакомы. Вот, но тем не менее, я считаю их важными повторить, а для тех, кто не был, отметить. 2 слайда. Почему мы сейчас вот говорим про скорость, да, вот уже передо мной отмечали, это очень важный фактор. 1,5 года для такой громадной компании поменяться — это челлендж, да. Вот 1,5 года, почему так происходит? Потому что сейчас, если мы смотрим на окружающий мир, он меняется стремительно. Вот тоже сегодня говорили на пленарной сессии с самого начала, с самого утра. Цифровые решения лежат у нас уже сейчас в кармане. За 10 лет, с момента появления айфона, за 10 лет поменялся весь мир на самом деле.